Особенный талант и любовь в каждой строчке. В Ульяновске состоялся творческий вечер поэта Ильяса Хасанова. Он скромно сидел в зрительном зале, но его творения и эстрадные песни исполняли лучшие певцы нашего края. Юлия Гелимханова преподает вокал в Центре детского творчества номер 5. Перевоплощение из педагога в звезду сцены Юлии нравится. Особенно, когда есть возможность спеть песню хорошего друга. С Ильясом мы знакомы достаточно давно. В основном мы сначала только переписывались. И потом, когда он пришел к нам в студию, завязалась вот эта вот творческая жизнь, концерты. Концерты, конечно, всегда были, но вот именно такие творческие вечера. Вот у нас такой первый творческий вечер. Ильясу Хасанову повезло не только с редким поэтическим даром, но и с семьей. Победительница проекта «Фабрика звезд» Гузель Хасанова – его младшая сестра. С раннего детства брат вдохновляет певицу на творчество. Гузель живет в Москве и работает в продюсерском центре Виктора Дробыжа. Несмотря на плотный график, любящая сестра выступила в родном городе на дебютном творческом вечере Ильяса. Конечно, я знаю, что для Ильяса это значимо. И я очень рада, что это приобретает такие масштабы. Это абсолютно заслуженно, круто, и я не могу не разделить с ним эту радость. Этот концерт – благотворительные средства, вырученные от продажи билетов, поступит в фонд создания нового творческого центра в Ульяновске. Там будут заниматься одаренные дети из малообеспеченных семей, люди с ограниченными возможностями и те люди, которые хотят петь, хотят творить. Организовали музыкальное событие активисты Ассоциации предпринимателей индустрии красоты. Также в благом деле поучаствовали специалисты соцзащиты и представители Ульяновского министерства культуры. Виктория Чиркова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.